Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Наталія Ігнатенко. Глядіть у гэтым випуску. У гомельской милиции новый керавник. На посаду назначены Александр Васильев. Галоўная увага – бяспецы. У Гомеля абмярковалі пытанні профилактики вытворчага травматизму. Заховуючы народные традиции, у Неглюбцы открыли летнюю школу ткацтва. А зараз об гэтым іншым больш падрабязна. Управление внутренних справ гомельского облвыканкама узначали у полковник, який обменял себе на заложника у банку Могилева. Указ об назначении на эту посаду Александра Васильева напередодні подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. До этого Васильев працавал первым наместником начальника УУС Могилевского облвыканкама. Он мае некалькі державных узнагород. Орден за особистую мужность отримал за рашучие деньги при вызволении заложников у отделения Беларусбанка у Могилева. Былы начальник УУС Гомельского облвыканкама генерал-майор милиции Владимир Захарчук вызвалены от этой посады и залічаны у распоряджэнне министра внутренних справ. Протягиваем выпуск. Меры попереджвания вытворчего травматизма у Гомеля обмерковывали сегодня на выездном посяджении постоянной комиссии городского совета депутатов. Мероприемство проходило на базе открытого акционерного товариства «Спартак». Сучасная кондитерская фабрика «Спартак» – это 4 цехи, бытовые помешкания и допоможные службы. Коллектив – каля 2500 человек. Неглядячи на высокий уровень техничного развития и автоматизацию вытворчих линий, рызыка травматизма існує. Система аховы працы на предприемстве не только специализованный отдел, який контролюе выполнение правил безопасности на вытворчасти, але и принцип бригадного подраду. В коллективе за каждого человека отвечает его коллега. И коллега, он в принципе находится с ним плечо о плечо всю полноценную смену и в случае чего готов всегда упредить, либо доложить непосредственно руководителю о том, что есть предпосылки к нарушению того-либо иного пункта и правила поведения на предприятии. Мы в этом году за истекший период потратили более 170 тысяч рублей. Это прохождение медосмотров, это и обеспечение надлежащими средствами индивидуальной защиты, это спецодежда, это приведение рабочих мест в надлежащее состояние. Одним из важных вопросов это является соблюдение трудовой и производственной дисциплины. И от того, насколько человек самодисциплинирован, насколько он подготовлен как профессионально, так и морально к той работе, к тем обязанностям, которые он исполняет. От этого, конечно, мы и получаем результат. Безусловно, конечно, это подкрепляется финансовыми средствами на приобретение средств индивидуальной защиты, спецодежды, на закупку тех или иных инструментов, которые соответствуют современным требованиям и правилам. За первые полгода на «Спартаку» не зафиксировано выпадков вытворчего травматизма. В целом на предприемствах Гомеля за 7 месяцев года зарегистрировано 18 фактов. 4 выпадки со смяротным зыходом и 14 с тяжкими наступствами. Традиционная встреча былых партизан и подпольщиков у гонор 77-й годовины створения отряда «Большевик» пройдет у Гомеля 18-го жнивня. Каля мемориального комплексу «Партизанская крынічка», размещенного в лясном урочище под Гомелем, сберутся ветераны, представники органов улады, громадских организаций и молодь. Партизанский отряд «Большевик» начал дейничать у жнивня 1941 года. Першопочаткова он наличивал каля 50 человек. У кастрычнику 43-го отряд был перетворены у бригаду с той же назвой. Удельники большевика проводили диверсии на чыгунцы и автомагистралях, парализовывали рух судов по РАЦСОЖ. Разом с частями Червоной армии партизаны удельничали у операции «Багратион». Сегодня в ответственности с календаром «Одиных дзён здоровья» у Беларуси обвешчаны День здорового харчавання. С этой нагоды специалисты Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья провели выездную акцию на одном из предприемств Гомельского района. Супрацовников проконсультовали по пытаниях здорового харчавання. Удельники акции поспробовали на густ продукцию айчинной вытворчасти с пониженным утриманием цукру, корыстными добавками и низкой тлустостью. Тему протягне Евгения Кухаронок.
Рызыка развіцця неінфекційных захворвання у таких, як хвороби серця і сосудов, цукровий діабет, хвороби органу стравування, напряму зв'язана з неправильним харчуванням. На жаль, зараз у нашій країні росте кількість людей, які мають лишню вагу. Сьогодні гэта 60% населення Білорусі. На отлустенні хворіють 25%. Руководители нашего предприятия заботятся и следят за состоянием здоровья каждого нашего работника. И поэтому мы плотно работаем с областным центром гигиены и эпидемиологии. Это уже не первая наша акция, в которой мы совместно принимаем участие. Руководство заинтересовано в сохранении здоровья своих сотрудников. Тем более, что мы собираемся осуществлять внедрение на их базе профилактического проекта. Вот, поэтому выбрали именно для проведения сегодняшней акции этот объект. Здоровое питание именно является одним из важнейших поведенческих факторов, которые определяют состояние здоровья и наиболее важно в профилактике неинфекционных заболеваний. Рацион харчування сучасного человека вельми несбалансованы. Белорусы переедают крахмалоутрымливающие продукты с высокой тлустостью и цукор. При этом не доедают мясо, городнины и садовины. Однако уживать меньше, або зусім выключить из меню калорийные продукты и не есть после 6 вечера мало для того, как добро отчувать себе и быть здоровым. Існуюць достаточно простые принципы правильного харчування. По-перше, захование режиму. Есть у один и той же час каждый день. По-другое, промежки помеж приемами ежи не повинны перевышаясь 2-3 годин. Иншими словами, необходимо харчоваться частей, але по крысе. И по-третье, рацион любого человека повинен быть обовязково сбалансованным по основных элементах – белку, тлушчу, углеводов, витаминов и минералов. У вогуле есть треба, каб жить, а не жить, каб есть. Евгений Кухаронок, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». 19 жніўня у Веткаўскім районе пройдзе свято нехлюбскага ткацтва «Кросінцы». Яго гостей чекає насыщенная программа, накіраваная на популяризацию народных рамёстваў и декоративно-прикладной творчести. У рамках подрыхтовки до фестивалю у нехлюбцы открыли летнюю школу ткацтва, якую сёння наведаў Олег Сенцероў. Вёска Нехлюбка относно молодая, у письмовых крыніцах у першыню яна узгадывается только с 18-го стагодия. Падение, глядячи на такие невеликие по исторических мерках час, дякуючи своим культурным особливостям, яна поспела стать ведомой далеко за межами Веткаўскага района. На этом тыдні интерес до Нехлюбки особливо значны. У неделю тут пройдет фестиваль ткацтва «Кросінцы», а покуль у вёсцы працуе летняя школа ткацтва. Причем популяризации только этого виду декоративно-прокладной творчести вырашили не обмежовываться. Кожную раницу аматоры из Минска, Гомеля и Бреста починають с так званої голосовой гимнастики. По сутності, это подготовка до вивчення нехлюбських обрядових песню, которые имеют свои особенности. Для их выполнения необходимо обязательно брать высокие ноты. Бодай головная славутость Нехлюбки – ручники. Ранее их вырабляли литерально в кожной хате. У 70-х годах минулого стагодия у вёсцы навод открыли филиал Гомельской фабрики мастерских вырабов, який специализовался на вытворчестве самобытных ручников. Рада у середине 80-х предприемства ликвидовали. Теперь традиции передаются у основном про занятки у местовом доме ткацтва. Насыщенные, богатые такие вот крупные размеры. Оно часто вот сравнивают с украинскими, но на Украине вышивка, но она такая дробненькая, а у нас вот такие большие рисунки красивые получаются. Не знаю, нигде такого нету. Майстры кажуть, что научиться основам ткацтва не вельми складана. 4 дней, покуль будет працевать летняя школа, для этого повинна хапить. Але только вырабом ручников тут вырешили не обмежовываться. Нехлюбскую культуру у школе выучают у комплексе, у связи с чем у программы так само створение лялек-оберегов, плетение на пальцах и народно-побытовые танцы. Сярод запланованных занятков у летней школе ткацтва выраб горлячек. Это такие шейные упрыгоживания, менавіта нехлюбского строю. Ничего подобного у инжих мясцінах жанчыны не носили. У этом году свято нехлюбского ткацтва «Кросінцы» пройдет в 4-й раз. Головная мета фестивалю – захование и популяризация народных рамёстов и декоративно-прокладной творчести. Причем это будет сапраўды агульное свято. Ручники на выставе представить не только майстры центра ткацтва, але и многие мясцовые жыхары. Агрогородок Нехлюбка – уникальное место, с культурой якого необходимо знакомиться обовязково. Это вось край, он знакомитый культурой своей, такой отметной, колористичной, своими строями, ручниками, постилками. Тому, конечно, цікаво вельмі приїхати, поглядіти, навчитися. Олег Сінтеров, Валерій Гапанько, телерадіокомпанія «Гомель», Веткаўський район.
У Беларуси назвали самые популярные специальности по выниках уступной кампании. Графичный дизайн, туризм, IT. Это топ, куда был максимальный конкурс. Например, у ГДУ имя Франциска Скорины на специальность правознавства на место претендовали 10 человек. Самые высокие проходные баллы на международное право, экономику электронного бизнеса. Усяго 1 вересня у ВНУ Украины прийдут учиться больше, как 50 тысяч першокурсников. Гамельчанин Геннадь Краткевич у пятый раз стал чемпионом спаборництва по программированию, организованного корпорацией Google. Принять удел мог любой жадающий из любой краины света. И таких оказалось 60 тысяч человек. У активе Геннадия Краткевича перемога не только на этом турнире. Былого выпускника Гомельской гимназии номер 56 лишить одним из самых титулованных спортивных программистов света. Гамельчан запрашивают отсвятковать яблочный спас под открытым небом. Урочистость пройдет 19 жнивня на транспортном кольце Речицкого проспекта, каля скульптур гигантских яблоков. У программе боская литургия, освящение плодов нового урожая и концерт. Так само будут организованы выставы и везный гандель. Початок о 10 године раницы. У суботу 18 жнивня каучэг з шасціцай мошчы у святой Великопокутніцы Параскевы Пятніцы доставяць у Гомель. Святыня прыбудзе з Італіі ў 21 гадзіну ў Свято-Петрапаўлаўскі кафедральны сабор. У православных хрысціян святая Параскева спрадвеку карысталася асаблівай любоўю. Яна лічыцца лекаркай душэўных і цялесных хвароб, захавальніцай сямейнага дабрабыту. Ёй прысвячалі храмы і капліцы, лічылі яе заступніцай палёў і хатняй жывёлы. У дзень яе памяці людзі прыносілі ў храм гародніну для свячэння. Гэты, а таксама іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomel.by. Далей у эфіры «Дэфакты» і «Спартыўны агляды». Я з вамі развітваюся. Усяго добрага і да новых сустрэч у эфіры. «Де-факто» продолжает эфир телеканала «Беларусь-4». В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Сегодня утром в Речицком районе в результате аварии погиб мужчина. ДТП со смертельным исходом произошло около 8 часов утра на автодороге, связывающей населенные пункты Бабичи и Головки. По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где автомобиль опрокинулся на крышу. Мужчину выбросило из салона от полученных травм. Он скончался на месте происшествия. Сейчас по факту ДТП проводится проверка. В Гомельском районе возле деревни Кравцовка пограничники пресекли попытку нарушить государственную границу. 41-летний мужчина пытался попасть из Украины в Республику Беларусь, минуя официальные пункты пропуска. Свои противоправные действия задержанный пояснил тем, что собирался к родственникам в соседнюю страну, а документов с собой у него не было. В отношении нарушителя начат административный процесс по статье «Незаконного пересечения государственной границы». В регионе продолжается проведение специальной программы «МАК». Так, накануне в Лоевском районе сотрудники местной группы по наркоконтролю обнаружили и уничтожили 1,5 тонны дикорастущей конопли. Стихийная плантация располагалась вблизи деревни Ручаевка на пустыре размером в 0,5 гектара. С начала проведения комплекса специальных мероприятий общая площадь уничтоженных посевов наркосодержащих растений составила 42 гектара, а общий вес уничтоженного сырья – более 43 тонн. Сотрудниками милиции выявлено 603 факта произрастания конопли. По результатам проверок составлено 148 административных протоколов по статье 16.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, наказание по которой влечет наложение штрафа в размере до 20 базовых величин. Сотрудники Управления внутренних дел напоминают, если вам стало известно о лицах, причастных к незаконному обороту наркотических средств или психотропных веществ, о местах производства наркотических средств, либо местах выращивания наркосодержащих культур, об этом можно сообщить по телефону в Гомеле 7042 17 или 102. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь на Беларусь-4. Эфир телеканала «Беларусь-4 Гомель» продолжают новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Состоялись очередные поединки розыгрыша Кубка Салея. В группе А жлобинский «Металлург» одержал свою первую победу. С разгромным счетом обыграна молодежная сборная Беларуси. Сталевары начали очень резво и отличились уже на 9-й минуте. Шайбу забросил Копылец. Игроки «Металлурга» продолжили вести игру и во втором периоде удвоили свое преимущество.
Правда, после, видимо, сказалась небольшая расслабленность, что позволило молодежке сравнять счет. В третьем же периоде «Металлург» вернулся к своей игре и уверенно довел дело до победы. Итоговый счет 5-2. Завтра стартует 18-й тур чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге. Днепр на своем поле сыграет с Неманом. Большинство матчей пройдут в субботу и воскресенье. Закроет программу тура матч футбольного клуба «Гомель» в понедельник. Свой поединок зелено-белые проведут на столичном стадионе «Трактор» против «Торпедо». Игра начнется в 18:30. На данный момент «Гомель» занимает 10-е место в турнирной таблице, а ближайший соперник расположился на 13-й позиции. Команды разделяют 4 очка. В Гомеле завершились первые матчи международного турнира «Кубок дружбы» по мини-футболу. У хозяев сказались ощутимые кадровые потери. Трое игроков вызваны в состав студенческих сборных Беларуси и Украины, а двое находятся в лазарете. Как результат, игроки БЧ в напряженном поединке уступили одному из фаворитов – армянскому «Лео». Счет в матче был открыт на 4-й минуте. Денис Гуменюк роскошным ударом в девятку вывел железнодорожника вперед. Спустя 8 минут гости ответили не менее зрелищным ударом, отличился Рони. Он же во втором тайме принес своей команде победу. Не менее напряженным, но более результативным получился второй матч между хмельницким «Соколом» и самарским «Динамо». К началу второго тайма россияне вели с разгромным счетом 3-0, и казалось, игра закончена. Однако «Сокол» сумел переломить ход поединка и отквитать два мяча. На большее не хватило ни сил, ни времени. В Гомеле определились победители открытого первенства области по конному спорту среди юношей. Соревнования проходили в областном центре Олимпийского резерва по прикладным видам спорта. Спортсмены оспаривали награды выездки и троеборье. Последнее, напомню, включает в себя конкурс, манежную езду и полевые испытания или кросс по пересеченной местности. Первенство области – важный старт. На следующей неделе в Гомеле пройдут республиканские олимпийские дни молодежи по троеборью, а в Ратомке состоится первенство Беларуси по выездке среди юниоров. Областные соревнования – последняя проба сил и окончательный этап отбора в сборную. На республиканских стартах гомельчане намерены быть в числе призеров. Мы рассчитываем занять первое место, как в личном зачете, и в командном. Мы уже 2 года держим первое место по троеборью на Олимпийских днях молодежи, первые места 2 года подряд. Ну, по выездке посложнее будет, там у нас немножко другая задача – просто готовить резерв на будущее. В троеборье лучший результат по итогам 3 видов показала Татьяна Радевич на лошади по кличке Гелиос. В состязаниях по выездке победа и в предварительном призе, и в командном досталась Янине Масловой на Линкольне. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь-4».